Ну что ж, ребят, если уж жестить, то жестить по полной. Итак, давайте уж теперь защитим колонию, наверное. Я думаю, это то. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Селендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль, мы их остановим. Что стряслось? Что происходит? Ну что ж, давайте будем уничтожать. Я вычислил местоположение протосских нексусов, которые питают щиты воздаятеля энергией. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Всего-то. Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Ладно, сейчас подготовимся. Так, прокачаем наших ребят. Немножко сделаем побольше. И нужно мулов больше посылать. Ладно. Так, короче, качаем воздух, как по сути в прошлой миссии. Как скажешь. Поставим пару бункеров. Думаю, вот так хватит. Здесь у нас что, ничего там нету. Все, зашибись, нападай, только отсюда будет. Пристройка, недостаточно минералов. Да. Блин, почему денег нет? Хочу больше денег. Вот так вот. Два за раз, ема. Я вижу воздаятель. Он направляется к базе колонистов. Хреново, что могу сказать. Мы не успеем туда добраться, хотя... А, блин, она же пустая, по-моему. Нам нужно будет только... Ну, заполненные базы. Даешь разбой. Нам нужно будет защищать только заполненные базы. Пустые нам, по-моему, не нужны. Даешь разбой. Пятеро, замечательно. Минералов. Немножко маринов давайте. Подклепаем. Больше народу. Больше народ, меньше кислород, но нам-то какая разница, нам на этой планете не оставаться. Воздаятель направляется к базе колонистов. Уже заждался. Ну и хрен с ним. Мне не жалко, пусть. Дополнительные хранилища. Так. Отдавим их интеллектом. До хранилища, да без проблем. Сейчас как наклепаешь, сейчас вам душно от них станет. Минералов. Давайте еще одну сюда вклепаем, давай. Понял. Вот так. База атакована. Эй, че, кого, кто на меня там напал вообще? Офигели, что ли? Смотрите, вот зилы. Оу, там даже больше армии. Оу, бункер нет. Улучшение. Нет, бункер завершено. Мой нельзя. Эй, вы чего? Какого хрена? Кому ладно. Навешать? Раз хорошо. Шутить, надо как-то обороняться получше, потому что мне не нравится, когда меня чего так прорывают. Пугаешь? Эти два бункера здесь поставим. За дело? За дело, да. Меня это сильно задело. Прокачиваем наземным войскам. Есть оружие, нападет. Блин, на самом деле. Надо еще будет воздушным прокачать. Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. Окей, пусть готовится, я не против, в принципе. Ух ты ж, мать моя женщина. Отец мой мужчина.
Вот этот поворот. Ладно. Так. Недостаточно. Еще больше маринов. Нужно больше. Так. Ух ты ж, ну и дырень. Вот это вот. Мам, не горю, конечно, там оказаться. Так, дай угадаю, вот эти два баллона они его не будут оборонять. Отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Ну, конечно, мать твою, я так и думал. Так, ладно. Все, ребятки, давайте, хоп. Давай. Быстрей. К отряду колонистов, тот пар маринов, они защитят их. Нам даже не потребуется идти туда. Ребятки, куда? Войска союзников. Атакованы. Так. Чё, кого вы тут офигели, что ли? Задавим их интеллектом. Нет, все должны выжить. Нет, я потерял викинга. Нет, второго нельзя терять. Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Кому навешать? Ну, летите нафиг. Колонисты эвакуировали первые поселения, находящиеся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Да, откуда у вас столько, мать вашу? Так, убейте этого долбанного сталкера. Замечательно. Так, кто-то там что-то говорил про ресурсы, честно. Сброшу мулов как раз на ресурсы. Вооружен и опасен. Так, что-то нападает. Че, сталкер? Блин, надо починить его в идеале. Ну, похрен, пока. Недостаточно минералов. Так, больше народу. А, вот, кстати, ресурсы-то, ё-моё. Давайте их соберем. Кто на новенького? Пока воздаятель не долетел, я думаю, мы успеем. Так. Скрепать армию. Завершено. Чтобы по итогу поквитаться с протосами. Нельзя нападать на мои владения. Это мои владения. Ничьи больше. А что тут с меня полететь? Ну-ка. Во-во-во, улетим обратно. Черт, не успел. Ну, ладно, хрен с ним. Короче, если на него полететь, будет больно. Прочь с дороги! Окейшки. Режим готов. Еще больше, ребят. Готов к трансформации. Замечательно. Никто не вечен. Скорее в атаку. Протосы добрались до следующего поселения, сэр. Даешь разбой. Ну и не страшно, давай, у меня все уже прокачано. Все уже оттуда убрано. Так, защиту. Вот, наконец-то, атака для воздушных войск. Так, что еще? Что? Мула? Давай, мула сбросим, давай. Оба! Замечательно. Так, ну что, вторая дырень номер 2, кстати. Блин, у них арсенал есть. Требуются дополнительные хранилища. Почему они мне его не отдали? Я бы там что-нибудь прокачал. Есть? Хранилище, на. На. Подавись. Это даже опустим их. Вооружен и опасен. Вот так вот. Немножко мариков подвызвали. Приказы будут. И надо идти уничтожать первый пилон. Ну или кого там? Так точно. Не пилон. Почему? Не помню, бы и короче, кого мы там уничтожаем. Давайте, марики! Шпигуйте все! Укололись, пошли в атаку! Датчики энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Скорее, ну и фиг с ним. Мне не жалко. Так, окей. И замечательно, мы, короче, все сделали. Супер. Нексус уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. А, точно, мы Нексуса уничтожаем. Я и забыл. Еще больше мариков. Недостаточно минералов. Больше викинга. Недостаточно минералов. Взяли, конечно, чинить надо, но... Как-то лень. Внимание! Обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к поселению колонистов. И да вы офигели. Давай, веди меня! Вы, ребята, реально офигели. Никто не вы что, хотите, чтобы я вас всех убил, вперед, что ли, или что? Победе. Охренеть. Улучшение завершено. Не. Я не продержусь не. В одиночку. Супер. Чуть не погибли. Спасибо. Колонисты успели уйти из поселения. Бой или домой?
Чё врете? Чё-то не, не побегла она. Не побегла. Парочку медиков еще надо скипать. Будет зашибись. Так, прокачаем последнюю атаку. Чтобы наш маринад был маринадным. Убивал всех и вся. О, Колосик, привет. Блин, ты больно делаешь моей пехоте, сволочь. Пока, Колосик. Ты же воздух не любишь, я помню. Так. База атакована. Да дайте мне построить хоть пару зданий, наверное, вот так, вот так. Будут. Чтобы... Конечно. О, батон! Ты здесь откуда? Откуда столько хлебушка? Так. Маринады. Месторождение минералов. Так, что у нас еще можно построить? Есть. Наверное, вот так. Будет сделано. Так, чё, давай, думаем, чё. Доктор, вызывали? Чё ещё можно поделать пока? Наш строится всё замечательно, не знаю, давайте ещё больше пехоты. Недостаточно минералов. Больше викингов. Они почти добрались до следующего поселения. Торопитесь! Эй! Ну, требуются знаете, дополнительные хочу, хранилища. Есть, да. Еще одно, думаю, в пилю и хватит. Да, да. Замечательно. Так, ладно, надо идти уничтожать, я думаю, уже, ну, более-менее армия у меня скопилась. Ссылаем туда. Окей. Okay. Замечательно. Так, и потихоньку идем на и вторую точку. Приказы будут? С Нексусом. Превосходно. Кому вот. Навешать? Сюда примерно. Наши марики подтянутся. Мы дороги. Выступим. Отлично. Потому что летающими только войсками выступать вот это такое. Понятно. Так, укололи. Нет, не укололи. Попозже. Они сравняют поселение с землей в любой момент. Все. Уходите оттуда. Похрена. Мы еще в другом месте сейчас находимся, женщина, о чем-то. Месторождение минералов. Отлично, еще один Нексус уничтожен. Не давайте им собрать силы. Да по мне. Кому навешать? Окей. Так. Главное, вот так ходить на самом деле. Еще улучшение завершено. Ведем наших парней назад. Понятно. Так точно. Так. Скорее в атаку. Внимание. Аккуратно. Обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к последнему поселению колонистов. Газ получен. Так, давайте с викингами вот сюда. Непременно. А мариками мы будем нападать уже на последний Некс. Я надеюсь, что они вынесут. Ладно. Их, по идее, должны вынести. Хорошо. Долбанная эскадрилья. Давайте. Вынесем ее. Вообще вызичаем. Марик, ты будешь жить. Спасибо. Красавчик. Протосы чуть не поджарили нас. Прекрасно. Колонисты успели уйти из поселения. Жду не дождусь! Уколоть! Понятно! Все, бежать их, убивать, понятно. Давай! Иммортель, шмиммортель, без разницы, всех убью, давно один останусь, так. Вы чё? Кого, чего вообще? Давай! Марики, вы давай! Ой, штормана больно! Штормана как-то обидно, больно. Ух ты ж, ё-моё, еще один, что-то это. Мариков-то мало осталось. Ну, сейчас воздух постарается. Давай. Хоп, давай. Хейла, хоп, давай. Хоп. Замечательно. Давай, садим воздух, садим. И добиваем. Так, вообще красавцы, короче. Давайте, нам нужно возвращаться. Вертик. Щиты воздаятеля отключились. Пора нанести удар. Давай, удиви меня! Все понятно! Сейчас мы будем потихоньку... Надо подкопить, наверное, войска. И ударить нашей мощной армией. Недостаточно минералов. Месторождение минералов выработано. Отлично! Пират, знаешь, такое. Армией. Так точно! Что-то у меня какое-то хорошее сегодня настроение, на самом деле. Месторождение. Бегом, Марс! Так, давайте, ребят, давайте. Минералов.
Здесь моя армия. Блин, ребят, жалко, нет. Воздаятель переместил наш отряд в подпространство. Но это ненадолго. Скоро наши бойцы вернутся. Протосы прибудут к следующей базе через 20 секунд, сэр. Мне кажется, сейчас люлей дадут. База атакована. Так, ну все, да? Да. Окей. Вооружен и опасен. Давайте попробуем убить их всех. Ай. Точно, сэр. Здесь этой армии хватит, чтобы убить воздаятеля в том числе. Ну да. О, я-то думал. Оказывается, вон он опять. Давай. Давай. Давай, ты даже выстрелить не успеешь. Не успеешь уничтожить этот... это поселение. Протосы отступают. Вы победили. Ты правда талантливый командир. Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Ну, собственно, победа, что могу сказать, все круто. Ну что ж, пора прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете... а ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Ну что ж, помогли. Мы в деле, брат. Жаль, конечно, что малютка Хэнсон нас покинула. Она почти поддалась моему бунтарскому обаянию. А ты-то что, не думал свить с ней гнездышко? Мы это проходили, Тайкус. Я уже пытался начать нормальную жизнь. И не хочу пробовать снова. А, такие сорвиголовы, как мы с тобой, просто не созданы для тихой жизни. Судьба приготовила нам кое-что покруче. Может быть. Мы снова в эфире. Сегодня у нас есть хорошие и плохие новости. Поток беженцев пошел на спад. Переселенцы нашли пригодные для обитания планеты. А о плохих новостях нам расскажет Кейт Локвелл. Кейт? Что? Мы в эфире? Здравствуйте. Да, Донни. Действительно, многие беженцы основали новые колонии и провозгласили свою независимость от Доминиона. Объявляя себя бунтовщиками. Это вполне естественно, Донни. Это простые люди. Кризис вселил в них страх и злость на Доминион, не пришедший им на помощь в трудную минуту. Многие из них хотели бы поблагодарить Джима Рейна. Итак, неблагодарные бунтовщики осваивают пограничные миры. С вами был Донни Вермиллион на канале UNN. Он бы хоть предупреждал, когда эфир начинается. Странные эти беженцы, правда? Ну, бросили их на съедение зергом. Чего беситься-то? Вот-вот. Короче, не будем мы этой аркой пользоваться, поэтому пойдем по страшному пути. Без нее теперь. То есть, нет. В общем, но... грустно. Видал, какую махину отгрохали протосы? Чего я только в жизни не повидал.
Но эти как что-нибудь выдумают, так хоть стой, хоть падай. Если б только они эти махины использовали против зергов. Иначе получается, что мы деремся с протосами, вместо того, чтобы объединиться против Керриган. Слушай, ты все правильно сделал. Они сами нарвались. Друзья не позволяют друзьям истреблять безоружных, Джим. Я горжусь тобой. Ну, там дальше викинг, но мы его еще обозреем. Светлое будущее. Надеюсь, Ариэль и ее люди найдут его на гавани. Дом, милый дом. Я тоже надеюсь. А сегодня всем пока. С вами был, как всегда, я.